Стального коня увели из дома на проспекте Строителей. Владелец беспечно оставил его ночевать на лестничной клетке между первым и вторым этажами. Юному злоумышленнику понадобилось всего несколько минут, чтобы завладеть знатным трофеем. Яркий оранжевый велосипед стоит почти 20 тысяч. Не учел одного. Все его действия запечатлели камеры видеонаблюдения. Оперативникам найти любителя быстрой езды не составило труда. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к содеянному. Им оказался несовершеннолетний, возраста 15 лет. Напоминаем о том, что в соответствии с частью 1 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления возраста 16 лет. Кроме этого, в соответствии с частью 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возрастом подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кража, грабеж, вымогательство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения и другие. Полицейским похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу. А в биографии девятиклассника, который уже состоит на учете в ПДН, возможно, появится судимость. Андрей Багаев, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.